здоровья и успехов во всем. Спасибо большое. Зима. Ура! Нет. Поймать поможет пусть сачок. И жены полный сундучок. Вот что я хотел. И от Анджелины Джоли чмок. От Макса, что ли? Давай. Ну как это резать? Макс, объясни мне. Вот ему 28 лет, он торт не умеет резать. К этому жизнь меня не готовила. Размерчик. Углеводная бомба. Завтра сдаем биохимию взвешивания. Да, Дима? Вот. Мне кажется, он с мою голову, этот кусок. Вот это нормальный, вот это мне нормально. Вот смотрите, голова Сани и вот кусок. Мне кажется, одного размера. Где вы мелкие чушки, знаешь? Да? Справа от торта. А где камера? Так, я в аэропорту Верона. Сегодня так получилось, что я уехал со сбора тренировочного. Меня вызвали в Москву. Через 2 дня у меня будет встреча, прием, точнее, у министра обороны, и поэтому мне сказали, нужно явиться в Москву. Вот, поэтому я уехал немножко раньше тренировочного сбора, на пару дней. Сейчас еду в Москву, буду в Москве 2 дня, и потом поеду домой, еще на 2 дня. Каких-то 12 часов я оказался в Москве, сейчас гружу вещи в машину и еду уже в отель. Дорога очень сильно вымотала, у меня еще соседи такие удачные попались, бабушка с дедушкой, которые всю дорогу что-то обсуждали, я вообще не смог ни разу. Очень было весело с ними лететь. Вчера добрался до гостиницы в 11 часу. Очень долго ехали. Сразу лег спать. Сегодня встал рано, потому что нужно ехать в ЦСКА, сдавать нормативы. И сегодня будет у нас репетиция приема. Приема у министра обороны. Не знаю, что это будет. Я пока вообще никакой информации у меня по этой встрече нету. Поэтому ничего не могу вам сказать. Они меня специально дразнят. Я знаю, что я не смотрел последний сезон «Игры престолов» и включили эту песню в метро. Самый простой способ быстро передвигаться по Москве – это быстро бегать, что я сейчас и делаю. Много опаздываю, поэтому приходится бежать. Чем быстрее ты бежишь, тем быстрее ты преодолеваешь расстояние до нужного тебе объекта. Сегодня в Москве отличная погода, 23 градуса. Сдал нормативы, пообедал. Сейчас жду, когда начнется репетиция завтрашней встречи. Поэтому скоро я перевоплощусь. Кто в этом году смотрел бриллиантовую лигу и чемпионат мира по легкой атлетике? Кто в этом году стал вторым на чемпионате мира и выиграл бриллиантовую лигу? Парень, который висит сзади меня, Сергей Шубенков. Кто следит за ним, признайтесь, поставьте лайк. 1, 2, 3. Оп! Вот перевоплощение, но дальше я съемку вести не буду. Мне кажется, это не совсем правильно, поэтому выключаемся. Кто бы мог подумать, что сегодня мне придется отпаривать мои штаны. Я думаю, получилось неплохо. Во всяком случае, мне такая. Заключительный тренировочный день на сборе. Развивающая тренировка. Вечером едем в Венецию. Оттуда вылет в Москву, дальше в Пермь, Чайковский. В общем, длинная дорога, около суток. Вот стадионы у них. Здесь стреляют, а тут коровы пасутся. Ладно тебе, ты чего? Ух, ничего себе, башка какая. Поросенка. Перейдем к нашим коням. Дерзко, дерзко. Куда? Полегче, полегче, Юра. Ну, понимаю, что ты сильный. Бам, 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 бам. Ноль. Уехали. Суровые ребята. В целом сбор прошел достаточно позитивно и хорошо. То есть всю намеченную тренировочную программу выполнили. Сейчас посмотрим тот эффект,
и те фазы реакклиматизации, которые будем проходить уже после этой высоты. Интересно, как выступим на России. Да, возможно, кому-то будет сложно выступать на третий, четвертый день. Вполне вероятно, но мы должны это понять, узнать. И зимой уже не ошибиться, потому что это место будем использовать для подготовки к Олимпиаде. На родину! See you next time. Yes, January. Okay. Super. Thank you. Sir. Alexander. Goodbye. Alles Gute. Gute Besserung. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Вылет через 3 часа. Дорога заняла 5 часов. Достаточно комфортно. Только минут 20 крутились вокруг аэропорта, чтобы найти парковку для автобусов. Хотя тут все достаточно понятно и так. Все-таки чувствуется запах моря, воды. Такая курортная. Курортное настроение здесь сразу. Так, и вот мы выходим с своего рейса. И кого же мы встречаем тут? Медалиста. Ну что, как тебе вообще, а? Так. Прошло 4 дня с момента, когда я уехал со сбора. Сейчас стою, жду ребят. Должны были уже прилететь. Сейчас, наверное, будут выходить. Эти 4 дня, конечно, пошли не так, как я ожидал. Было очень много передвижений, переездов и так далее. И не очень получилось хорошо потренироваться. Я недоволен. Пошли регистрацию, сидим, ждем, когда наши оформят оружие. Вся команда в сборе. Правда, Антон летит в Уфу, а все остальные в Пермь.